Привет! В этом видеоуроке я покажу вам технику создания прически с плетением косички жгут. Отделим прядь волос и поделим ее на две равные части. Заводим правую прядь на левую прядь сверху. Прядь снизу прокручиваем по часовой стрелке и затем заводим ее на другую прядь сверху. У нас в плетении всегда две пряди, верхняя и нижняя. Затем отделяем прядь волос снизу, подкладываем ее к нижней пряди и прокручиваем пряди вместе по часовой стрелке. Затем заводим прокрученную прядь на верхнюю прядь сверху. Отделяем следующую прядь снизу, подкладываем ее также к нижней пряди и, соединив пряди в одну, прокручиваем прядь по часовой стрелке и заводим ее на верхнюю прядь сверху. Отделяем следующую прядь снизу, подкладываем ее к нижней пряди и прокручиваем прядь по часовой стрелке, заводя ее затем на верхнюю прядь сверху. Прядь прокручиваем всегда по часовой стрелке и затем заводим ее на верхнюю прядь сверху. Отделяем следующую прядку снизу, присоединяем ее к нижней пряди, прокручиваем и заводим на другую прядь сверху. Итак, мы продолжаем проделывать со всем волосом, пока не дойдем до другого конца головы. Оставшуюся часть волос делим на две равные части и подкладываем их к косичке, продолжая плетение дальше. Таким образом, у нас получается плетение как бы наискосок. Прокручиваем одну прядь по часовой стрелке и затем заводим ее на другую прядь сверху. Опять прокручиваем прядку по часовой стрелке и заводим ее на другую прядь сверху. Итак, мы продолжаем плести косичку дальше до самого конца. В конце фиксируем плетение тоненькой резиночкой. На этом все. Спасибо за просмотр и до скорой встречи на моем канале. Пока!